Какие навыки и знания необходимы специалистам для проведения операций по поиску и спасению людей в условиях сурового арктического климата? Представители экстренных ведомств организовали в Кольском районе двухдневные учения. В первый день спасатели совершили лыжный переход со снаряжением к месту установки полевого лагеря и организовали пункт приема пострадавших. Следующим важным этапом стал поиск. Участникам необходимо было найти место условного нахождения человека, попавшего в беду, оказать ему первую помощь, а также эвакуировать в базовый лагерь. Все этапы учений спасатели отработали не только днем, но и в темное время суток. Во второй день задачу усложнили. Группе необходимо было, оказав первую помощь, организовать спуск пострадавшего по скальному рельефу с помощью альпинистского снаряжения. В тренировке приняли участие 8 профессиональных аварийно-спасательных формирований региона и студенты Мурманского арктического университета.